Пошла жара. Мужчина, я тебя скоро проверю. Кофейка попил. Как у нас тут дела? Нет ресурсов. Это что такое? Ха-ха-ха-ха! Идиотизм! И даже при такой ситуации, полностью без рук, я получил еще 700 опыта. Пассивная прокачка сезона и добыча ресурсов. Как прокачивать сезон, левел, добывать ресурсы, практически не играя. Погнали. Перезагружаем локацию через любую соседнюю. Так, как тут дела? Блинчики, не смог удержаться и сделал еще одну автозачистку. Что это такое? Друзья, всем огромный привет. С вами Харди, и мы продолжаем. И это последний день на земле. 5642 очеча. А вот за 6 минут до этого. 4870. На самом деле 860 было. Итого 682 очка я взял. И все это в пассивном режиме за 6 минут. Ёлпалы, включаем кнопку авто и занимаемся своими делами. Теперь давай коротко пройдемся по всем аспектам. Первое. Волшебная кнопка. Вот это вот. Да, авто. И не забывай, спустя 6, ну можно 7 минут, тебе обязательно надо обратить внимание на твое устройство и проверить персонажа. Он у тебя будет стоять, и вот так вот будет тебе нет ресурсов, нет ресурсов. В пассивном режиме мы тратим жажда, еда. На локации будешь собирать ягодки, вот так их выпиваем, да, и готово. И да, а можно ящички подобыскать? Вот в этих ящичках очень часто вода, да? Можно, в принципе, приготовиться и заранее держать уже в инвентаре эту воду. Ну, ты понял, да? Ну, в общем, кнопочка авто. Включаем, через 6 минут проверяем. Что иметь при себе? Комплект брони, естественно. Чем круче броня, тем быстрее он будет бегать, собирать будет быстрее. Ну, можно и вот в таком говне, да? Но я рекомендую рабочий, военный, потому что они в бункере альф поднимаются. Глок. Значит, одна штука. Вот в данный момент надо уже, чтобы у меня запасной был. Либо вот так вот. Одного глока хватает почти на 3 зачистки. Почти на 3. Но чуть-чуть не хватает. Глоки все там же тоже в бункере альфа. Ну и самое главное. Значит, кирку. Одну кирку на 3 зачистки можно крафтить. И 2 с копеечкой топора. В данный момент я делаю вот так вот. 2 топора еще крафтим. И посмотрим, что мы имеем. Это можно вот сюда спрятать. 3 топора почти целые. Надкусная кирка. Это локация зелененькая. 2 зачистки и надо бежать домой. Но! Если у тебя есть красавчик чоппер, то можно в него выкладывать и не бежать домой после 2 зачисток. Вот эта чудная сосновая роща. Аналогичная ей каменные холмы локация. В них нет громилы, в них нет ботов с ВССами. Тебе ничего не угрожает, ёлы-палы. 99,9,9,9% ничего с тобой не сделают. Собрался, 3 топора, кирка, глок, шмот, хил не нужен. Никто тебя трогать не будет. Все, поехали. На локацию включаем авто, через 6 минут забираем персонажа, он уже все сделает. Плюсом идет. Прокачка сезона, ну а если ты еще не 209 левел, еще и прокачиваешь персонажа. Сколько набирает очков? Зафиксируй, 5642. Итак, мы повторяем 3 раза, если с чоппером, 2, если без чоппера, да? Потом ресурсы надо выкладывать, потому что ты будешь забит. Я, конечно, мог бы сейчас промотать скучную очень вещь, но давай мы проведем вместе с тобой эксперимент. Меня реально сейчас не будет рядом с персонажем, то есть я включаю авторежим и пошла жара. Включаю секундомер и смотрим четко с тобой время, блин. Опыт мы уже зафиксировали, 5642. Послушаем музычку.
Так, я долго стоял? Блиночки, я не знаю. Ну, буквально лишнюю минутку постояли, да? Ну чё, готово? Смотрим опит. 730. Слушай, по-разному, да? Ну, грубо говоря, в среднем округли. 700 очков за зачистку. Теперь ломаем кирку, ломаем топор, делаем новые 3 топорика и еще одну кирку. И продолжаем. Круто? Круто, ёл-палы. А как собираться, если пойдешь в каменную локацию? Ну, сделай наоборот. Сделай 1 топор и 3 кирки, да? Тест будет неполный, если мы не проверим. Поехали. Помимо фантастической прокачки сезона, ты еще таким образом ресурсов будешь поднимать. Ты забудешь о проблеме деревьев и камней, да? Также смотри, вот неплохо. Из травки мы сделаем ткань и превратим это в бинтики, да? Мне кажется, это вообще просто, вот просто восторг, реально. А что по поводу оранжевых локаций? Тут уже может и бот с ВССом прийти, и громила. Поэтому нет, это точно не безопасный способ. Но я его тестил. Сколько очков сезона? Косарь. Косарь с копеечкой. Но это совсем другие расклады. Там накажут. Ой, накажут. Наш выбор с тобой зелененькие локации. Каменные холмы и сосновая роща. С этой локации ты поднимешь чуть-чуть металла. Так, поехали, поехали. Включаем авто. Ну, опыт можно не смотреть. Ну, плюс-минус 700 очков будет, да? Давай посмотрим сейчас, хватит ли 3 кирк и 2 топоров, что останется, чтобы, значит, какую сборку на эту локацию брать. Нет ресурсов для сбора. Смотрим, что осталось. Я потратил 2 кирки и 1 топора вполне тебе хватает. То есть делаешь просто наоборот, да? Если идешь в эту локацию, тогда бери 3 кирки и 1 топор. Но все-таки деревянная поинтереснее, да? Почему? Ну здесь всего 16 железной руды поднимаешь. Ё-моё, это очень мало. Бесконечный набор. Я иду к тебе, мужчина. Много-много бесконечных наборов. Хо-хоу! И все ради того, чтобы получать скинчики. Мне кажется, этот метод прям хорош. Теперь я просто еду домой, все выкладываю и готовлюсь к следующим 5-6 зачисткам. А это 4000 опыта, как минимум. Друзья, с вами был Харди. Я надеюсь, тебе понравился этот ролик. Если понравился, конечно же, оцени лайком. Еще не подписался, подписывайся на канал. На Ютубе, на Рутубе, Яндекс.Зен и ВК. Печка ТВ есть везде. Смотри там, где тебе удобно. Приходи на стримы, которые проходят каждый день на площадке Twitch, Трова и Ютуб. Блин, забыл, где байк оставил. Ладно, какая разница, все равно домой бежать. В общем, удачной тебе пассивной прокачки в Last Day. Пока-пока.